Нескучное время в «Звездном 55+» – это фестиваль любителей творческого досуга, приуроченный к Международному дню пожилых людей. Участниками здесь являются активные пенсионеры и ветераны, а также творческие коллективы и просто активные люди, которым немного за 55. Главная цель мероприятия – развитие досуга в Московской области. Гости приехали из 23 городов, таких как Руза, Ступино, Сергиев Посад, Электрогорск и других. Для участников была организована обзорная экскурсия по звездному городку с посещением музея Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, а также мастер-классы по русскому народному танцу, бардовские посиделки, настольные игры «Эрудит», выставка народных промыслов с кружками по рукоделию, консультации геронтологов, праздничный концерт с участием творческих коллективов и многое другое. Звездный городок – это настолько интересно, космонавт, первый космонавт. И самое главное то, что у нас из нашего города космонавт Комаров тоже летал. Поэтому мы, можно сказать, созвездие такое, конечно же, нас интересует все это. И приехали как все это посмотреть и отдохнуть. Фестиваль состоялся при поддержке общественного проекта «Старшее поколение» Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», Московской областной общественной благотворительной организации «Союз пенсионеров Подмосковья» и администрации «Звездного городка». Данное мероприятие проходит в Звездном уже не первый год. Каждый раз собирается огромное количество людей, интересующихся историей космонавтики в России, в частности, историей жизни главного космонавта нашей страны Юрия Алексеевича Гагарина. Больше всего участников фестиваля привлек именно музей Дома космонавтов. В фондах хранится более 21 тысячи экспонатов, начиная с орденов, документов и личных вещей покорителей космоса и заканчивая целыми космическими кораблями, аппаратурой орбитальных станций и скафандрами. Мария Буржинская, Александр Ржевский, Щелковское телевидение.